Смотрите, вот едет впереди фура. С фурой равняться, конечно, я вам не рекомендую. Лучше ехать либо до фуры, либо после нее. Вот смотрите, под бортом у фуры вот так лучше не ехать. Но бывает тянучка, пробка, понятно, будете ехать. Как я говорил, сразу за ней лучше не перестраиваться. И когда мы едем, мы не видим, что происходит по тому ряду, по соседнему. Тут-то я вижу перед фурой что, но что за ней, я не знаю. И когда я захочу перестроиться перед ней, не факт, что по тому ряду, который человек едет, он тоже захочет зайти в этот же средний ряд. И мы можем встретиться после объезда фуры в одной и той же полосе, понимаете, что может произойти? Потому что когда мы едем, вот легковушка, я вижу и там, что происходит. Да, если я буду даже ехать сбоку по соседнему ряду, сейчас я вот правый ряд возьму, сюда. Вот я еду, да, вот легковушки едут. Я четко вижу, что происходит по тем рядам. А когда я длинномер, автобус, троллейбус, что-то длинное, я не вижу.